Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1, урок 19. Дополни равенства, выражающие свойства умножения, и запиши их в тетради. Определи пропущенные слова. Переместительное свойство. А умноженное на b равно b умноженное на а. Значение произведения не зависит от порядка множителей. То есть от перестановки множителей местами произведение не меняется. Сочетательное свойство. А умноженное на b и умноженное на c равно b умноженное на c и умноженное на а. Значение произведения не зависит от порядка множителей и порядка действий. Это два основных свойства умножения, которые мы знаем. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.